Смотрите, я буксую, а машина стоит на месте. Это очень эпично. Колесо, колеса, колеса, колеса. Оторвало колесо, да ладно, еще одно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Логдог, Фонтан, Серега, Димас, Киви, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем приветики, омлетики. Всем здорово, народ. Всем привет. Мы взяли классную карту футбольное поле, потому что эта карта выглядит как арена, и сегодня будем выживать среди стихийных бедствий. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас сегодня выживание среди смерчей, торнадо и цунами. Поехали. Во-во-во, пошло. Блин, люблю этот мод, потому что он круто сделанный. Как для Гаррис мода, графика очень круто. Дима, я вратарь. Ты вратарь? О, все, да, Логдог умер. Ребята, первый пошел. Так, я живу. А сейчас будет все мощнее и мощнее, и все-таки останется один выживший. Это Димас. Нет, я могу проиграть наравне с вами, потому что у меня силы все то же самое, как и у вас. Равноправие полное. Ребята, это уровень 4, который уже подкидывает прям до скайбокса, скорее всего. Ого, что за туман? Ого, меняется так погода быстро, классно. Появился смерч, он имеет очень большую скорость. Еще один сейчас умрет. Да ладно, у тебя не отняло 10. Ай-яй-яй-яй, я сейчас умру. Нет, не подбрасывай. Ребята, я сейчас умру, нет. Я летаю, я летаю. Пожалуйста, опусти. Блин. Так, я наблюдаю за остальными. Так, двое умерло. И 6 человек, 5 человек еще живые. А я пошел отсюда, все, пока. Смотрим. Еще один. А, второй раз. Серега, ты жива еще? Да, я у ворот стою с марионеткой. А я вообще в конце стал. Я просто стал возле надписи. Давай, Серега, я в тебя верю. Сейчас ты сможешь выжить. Потому что уровень, короче, ребята, настолько будет сейчас сложно, насколько это возможно. Нет. Еще один умер. Так, два смерча, ребята, два. И они, кстати, по-разному выглядят, хотя с одного пака. С одного уровня даже, третий левел. Смотрите, один серый, а один прям такой белый-белый. Серега, ты где? Ты живой? Да. Ты специально встал за ворота, чтобы тебя не выкинуло, а сейчас тебя выкинет. Посмотрим. Да блин, я забыл за эту фишку, что можно было читерить так. Живой? Хорошо, ребята, хорошо, молодец, Серега, молодец. А я вообще читерскую позицию нашел. Давайте тогда немножко усложним ситуацию, раз Серега у нас такой... Ой, не то. Вот. Ну что, Сережечка? Теперь уже на месте ты не постоишь. Кстати, давай сейчас проверим, будет у нас разные смерчи или нет. Офигеть! Круто сделано. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ну что, Серега, живой? Да. Я вообще не боюсь. Я живой. Совсем с ума сошел. 3 торнадо. 4. Они разные, смотрите, этот белоснежный. И по-другому горит. У меня вообще не лагает. Все идет очень оптимизировано. Прям круто. А что, они, кстати, не отнимают жизни? Я живой. Отнимает. А у тебя же 10 жизней хп, дай посмотрю. Да, 10. Да, 10 хп у тебя. Они меня обходят стороной, Дима. А почему так? Не знаю, магия какая-то, может быть, я изменю. А почему ты не на меня, вы дебилки? Да. Ну что, Серега, давай все-таки от смерча я хочу, чтобы ты умер. Поехали. Ну, это будет немножечко пожестче, сразу скажу. Это должно тебе понравиться. Уже? Я хочу посмотреть все-таки, как Серега выживет. Издевается на специально. Не, я хочу, чтобы Серега именно проиграл по-честному. Видите, он нашел все-таки такую лазейку, как можно использовать себя, ну как, запрятаться вот так вот. А я сел. Ну я вижу, я вижу. Смотрите. Че, живой, Серега? Да. Не хочет, да, я вижу тебя? А, я вижу, я вижу. Давайте еще разок он сейчас подлетит сюда до края карты, и мы посмотрим, что будет.
Вот это страх такой у меня приближается с мусором, с грязью. Какие-то звуки электричества тебе слышно? Да, иски с кишками и жопы. Искры какие-то, как будто провода летят. О, воу, приближается прям к нам. Кишки и жопы. Дима, спаси. А, хорошо, Серега, подожди. Серега, ну что, раз ты такой самый наглый, у нас еще должен быть один раунд, я тебя вытесню. Ребята, готовьте, сейчас уже шутки с Серегой прочь. Убийство будет колоссальнейшее. Смотрите, какой к нам идет чертовский смерч. Кстати, они всегда по-разному выглядят. Это очень круто. Разработчик, кто это сделал мод, красавая лав. Может быть, еще песчаный смерч. Может быть, да? Это самый мощный торнадо? Нет, это 7 из 9. Да, и... не торнадо, это тайфун, кажется. А что, тебя не откидывает? Нет. Потому что мы читерское место дошли. Вы думаете, что это так и есть, да, из-за того, что место читерское? Да, у нас место читерское. Читалады до сюда не доходят просто. Хорошо. Не читерская лазейка. Давайте тогда сразу. Все, Серега. Я понял тебя, я понял, к чему тебя, ты... Я понял, что ты хочешь сделать. О, там, как вам такое, ребятушки? Ну, я думаю, что оно того стоит. Сейчас мы проверим. Меня, кстати, сейчас затягивало туда. Да? И достало. А вот, все, нет. Я в угол забьюсь и сразу все. Блин, он такой мощный, а тебя не выкидывает. Ну, знаешь, меня эта футбольная сетка спасает. Я за сетку. Два, Серега, два. Ой, нифига, да ладно, что такое? Лягушки, Дима, лягушки, да, я лягушки. Просто летаю по всей карте. Три. Давай 10. Ты думаешь? Ребята, то, что вы любите, да? Именно вахханалия в Гаррисводе. Используем на все бабки, короче, в Гаррисвод играем. Во все тяжкие. Стой. Стой, стой, стой. А че, точно 10 хп? Да, проверяй. Все, понял, понял. Думал, может, ты меня уже дуришь. Ха-ха-ха, я читер просто какой-то. Я просто по всей карте летал. Давай тогда сделаем, Серега, вот так вот. Землетрясение? А ты думаешь, ты выживешь? Наверное, я присел. Да? Да. А для того, чтобы мы сделали, ребята, все эпично, землетрясение, чтобы его... И смерч. Ого, как круто! Нифига себе. У нас двое осталось. Офигеть. Я улетел, полет, тихая. Да блин, вы какие-то читеры. Я хотел, чтобы уже мы на машинах повыживали. А вы что-то не умираете. Я улетел, полет. Дима, ты сколько? Ты еще цунами. Так вы тогда одновременно умрете, это будет нечестно. Никак, да, не работает это? Нет. А вы не знаете, есть этот метеорит? А, метеоритный дождь есть, но у нас нет этого мода. Хорошо, пацаны. Все, тогда делаем выживание на умение. Я хотел пошутить, но теперь честно на скилл. Теперь, Серега, ты не отвертишься. Я живой, Дима. Ты живой? Да. Ого, я умираю каждую секунду, что за бред? Ты понимаешь, эта футбольная сетка просто магическая, защищает это от огня, от воды, от воздуха, от говна всякого летящего в лицо. Все, ребята, последняя волна, и мы выживаем на машинах, потому что я понимаю, что Серега умный. Ну, Серега есть... из Хогвартса. Серега из Хогвартса. Дим, давай ему усложнение. О, блин, не получается поставить то, что я хотел. Дим, давай заспауним два танка, может им в лицо что-то прилетит. Усложнение. Не, ну нафиг. А вот это вот. А, я пробую. Пацаны, ловите меня. Я на Серегу смотрю, это трындец какой-то. Им вообще все равно. Кстати, я вот в сетке нахожусь, тут реально урон не проходит. Ребята! Да Серега использует щит этой карты. Реально здесь урон. Я вот стою, смотрите, здесь нифига не проходит. Да это же нечестно! Нет, это честно. А я вообще закрыл. Еще восстаю, смотрите. Все умирают, а мы нет. Пацаны, выключи.
Так, пожалуйста, вызовите, пожалуйста. Где это так мод работает, Дима, а? Блин, ребята, представляете, мы выхватили баг этой карты. И как же узнать, кто из вас сильнее? Хорошо, ребята, давай тогда вас двоих, вы просто выйдете из сетки, повыживайте без сетки. Можете. По-честному меня... будет? Давай. Ну давай, что, давай, Серега, давай, я болею за тебя, если честно. Давай. Подождите, у меня проблема, я, наверное, можно мне вниз? Я кончен. Ну что, Серега? Кто в сетку зайдет, тот будет корабль. Да, тот проиграл автоматически, кто в сетку зайдет. Так, Сережечка, ну давай, я верю в тебя, ты сможешь. Давай. Два штуки, ребята, поставил, чтобы ускорить процесс. Я живой пока что. Живой? Да. Я бегу. Сейчас, ребята. Не знаю. Ни хана. Ты хана. Проиграл, да? Нет, я живой еще, я живой. Я вижу, Серегу, я вижу. Все, Серега, ты сейчас проиграешь, ты улетел в небо. Смотрите, вот Серега, вот. Ну, Серега, ну куда ты улетаешь? Я живой еще. Ты просто летаешь в небе? Да. Все, я умер. А, нет. А сколько у тебя жизней? 10. Тебе как-то повезло, может, голова твоя не дамажится? Ну-ка, давай проверим, я на укрип сейчас подруплю. Давай, и упади. Бегом нет. Вот, так вот это нечестно, ты взял... Короче... Я знаю, знаете что? Победила дружба. Ну что, пацаны, выбирайте себе машины. Раунд номер 2, выживание на машинах. Спака, Мафия 2. Ты что, полетаешь? Да. 3, 2, 1. Смерч пошел. Начинаем с легкого. Так, посмотрим, что будет от этого смерча. Будет что-то или нет? У меня там машина очень тяжелая. Че, тянет машину или нет в смерч? Вообще, да, не тянет. Вообще нифига. Понял. Давайте сразу четвертый. Валим. Машина тяжелая очень, но мне кажется, у нее очень много жизней. О, я вижу, уже машины какие-то начинают улетать. Мою машину, я вообще вылетел из салона. Я в салоне нет машины, хотя я ее управляю. Это баг из-за этого мода «Стихийное бедствие», у меня так же самое, Серега. Ты выше машины, кто-то даже сидит. Я. Ну, диппер сидит выше машины. Давай вылази из ворот и выживай, как все остальные. Да, потому что ты используешь читы карты. Секунд. Ну что, я вижу, нормально все живые? Ой, моя фиолетовая машинка. Смотрите, я буксую, а машина стоит на месте. Это очень эпично. Колеса. Оторвало колесо, да ладно, еще одно. Офигенно мод взаимодействует с Мафия 2 машинами. Автобас живет, пацаны. Офигеть, я поломался. Автобас, пацаны, Дима, живет. У тебя грузовик? Да, у меня грузовик. Да блин, я что-то совсем плохо. Да что так быстро проиграл? А где ты? Я вон в фиолетовой машинке. Давай, за тобой. О, кто-то на передние колеса отвалились, он ездит. Ого, Серега, я с тобой. Автобас даже... Давай, Серега, ты сможешь. Мафиоский трик. Да. Очень прикольно смотрится. Ой, извини, обстоятельства. Че, все живые? Да. Дима, ты сгорел. Да блин, я горю почему-то, он у меня жопу сжигает. Серега, давай, я в тебя верю. Я с тобой. Давай. Если что, вали. Смотри, какой он стрёмный, согласись. Да. У тебя такие искры есть вокруг самого смерча этого? Да. Круто, да, сделано? Дима, я валить с машины не буду. Знаешь, как говорится, корабль идет ко дну вместе с его капитаном. Да. Я в тебя верю, Серега, ты сможешь. Нет. Я вот проиграл. Я уже считаю, что я проиграл. Пока мне Серега и кто-то там еще. Кто еще там живой остался? Я. Ну вот. Автоваз. А вон, я хочу тебе... Короче, Димас Киви и Серега пока мне стащат. Тут на Запорожце без передних колес кто-то лупашит. Это я. Серега, я в тебя верю. Серега. Тебя зажимают!
Ё-моё, ну Серёга! Я живу еще, расслабься. Ё-моё, машина пропёрдывается уже. Димас, посмотри на мою тачку. Нормально, Дима. Молодец, Серёга! Ого, да, круто! Машина туда летел. Тихо, не психуй. Я просто колес нету. Я вижу, передние колеса кого-то совсем там печально. Смотри на мою тачку. А я не вижу, где ты? Я у синих этих ворот. Так, тогда сейчас приедем. На, колесом, видишь, это по машине дало круто. Кстати, колеса физически имеют потом какое-то столкновение. Это круто очень. Ты что делает, а? Меня хочет. Да. Хочет тебя вытеснить. Серега, а ты на фиолетовый же, да? Да. Серега, пока мне служит. Ох, ты смотри, какой подлец, а. Кончился. А опять я сгорел. Что ж такое? Я валю. Серега! Ты живой? Машина горит. Я с тобой, Серега, за рулем еще. Ой, рядом. Горит, уедет еще. Ой-ой-ой. Бу, вот это эпик, вот это круто. Хорошо летает. Ну что, кто выиграл, как вы думаете? Серега. Димаски, Серега выиграл? Да, я, у меня колес нету. А Серега тоже уже все, минус один. Ничья? Да, победила дружба. Если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Ой, свисток полетел, и Серега взорвал.